Назарбаев решил, что если казахстанцы до 10 августа не вакцинируются путинским спутником, нас превратят в изгоев. В случае отказа от этой вакцины людей будут увольнять с работы и запрещать посещать общественные места. Над Казахстаном нависла огромная угроза. Диктатор хочет забрать у нас главное – право выбора и право на охрану здоровья. Требование режима полностью противоречит законам страны и Конституции. Мы не будем этого терпеть. Всей страной выходим на митинги 31 июля. В Астане выходим по следующему маршруту. В 11:30 собираемся на набережной возле памятника Кенесары Хана. Далее шествуем в сторону городского акимата. В 12:00 проводим митинг перед городским акиматом на улице Бибичелек. В Алматы. В 11:30 собираемся на Арбате возле ЦУМа. Далее шествуем в сторону Старой площади. В 12:00 митингуем на Старой площади возле КБТУ по улице Тюлюби. Во всех остальных городах встречаемся около городских акиматов 31 июля в 12:00. Наши основные требования – нет принудительной вакцинации и свободу политзаключенным. Приходите и боритесь за свои конституционные права. Алга ДВК.